Пять вопросов депутату. Доверительная атмосфера, дружеское общение, интересные вопросы и не менее интересные ответы прозвучали на открытом уроке. В жизни очень важно, чтобы вы информацию получали из различных источников. Встречи с руководством района – один из таких источников информации. Председатель Совета депутатов района, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Надежда Суровцева провела 45-минутный урок для 10 и 11 классников. Будущие выпускники интересовались, какие предметы у местного политика вызывали больше интерес в школьные годы, нужен ли Щелкову свой вуз. Прозвучал вопрос и о том, планировала ли Надежда Суровцева стать районным депутатом. Я мечтала быть депутатом, Я мечтала быть учителем. Если вы спросите, какие самые счастливые годы, я вам скажу. Самые счастливые годы, когда ты смелым там у доски. Традиционно на встрече школьников с руководством района звучит вопрос о будущем города Щелково. Я наш город вижу, с одной стороны, современно развивающимся и очень удобным и красивым. Поэтому, когда мы с Алексеем Васильевичем 3 года назад обсуждали вопрос, и очень много было, кстати говоря, критиков насчет пешеходной зоны в центре города, то я просто 2 руками за, и какие-то моменты, вот сейчас, допустим, Щелково-7, у меня пунктик, я говорю, нам надо создать там обязательно зону притяжения, такую вот мини-парковую зону, где люди могли бы отдыхать. Стремление познать новое, не бояться совершать ошибки – эти черты характера делают из человека личность, напомнила Надежда Суровцева. Судя по живым откликам в зале, с любознательностью подростков 16-й школы все в порядке. Ребята здесь, с ними очень интересно беседовать. Их интересуют вопросы жизни, их интересуют вопросы становления человека, их интересуют вопросы того, как будет развиваться наш город, район, страна. Это значит, что они будут активно в этом принимать участие. Михаил Налетов, Валерий Жиглей, телерадиокомпания «Щелково».